500. Скажите, думаешь, какова является ваша безопасность и комфорт? Я и мои коллеги делаем все возможное, чтобы быть полезным и приятным для вас, уважаемые пациенты. Это участники программы «Бонусы», «Бонусы» программы «Альянса SkyTeam», уровни «Элитный». Благодарим вас за выбор компании, группа «Аэрофлот Вьетнам».
самолеты, не забывайте свои личные. Всем привет. Мы прилетели в Москву. Идем пересадку в терминал F, чтобы пересесть на Анталийский рейс. Подошли к паспортному контролю. Да. Чтобы добраться из терминала Б в терминал F, нам надо поедем на поезде. Местное Шереметьевское метро внутри терминала Шереметьево 1. И вот он я. Привет всем. Кирюшенька, кушаешь? Печеньку. Как ты долетел, мой хороший? Все хорошо долетел? Да, хорошо долетел. Кирюша весь полет от Перми до Москвы проспал, да, скажи? Скажи, я весь полет спал. Да? Уснул и спал, и спал. А сейчас кушаю печеньку, да? Пока мы ждем поезд. Сейчас нам приедет поезд. Осталась одна минута. Да. А вот и поезд приехал. Отлично. Наше метро приехало. Пошли в тот вагон. Всего один, да, вагон? Один, но он там кнопочку нажимаешь, он чуть расширяется. Все, Кирюша, поехали? Поехали. ДЕЭС. Будущее наступило. Роботы поезда осуществляют перевозку пассажиров. Ну да. Все, приехали. Станция Шереметьево 2. Выход к терминалу Д. А здесь поднимаемся на лифте с робота поезда. Вышли, вот он уезжает, и вот пришел лифт, чтобы мы с коляской поднялись. Те, кто пешком поднимаются на эскалаторе по лестнице. Это первый или второй? Второй ведь. Нажимай. Всем привет. Все окей. Красивый все-таки аэропорт Шереметьево. Самолеты стоят, погода прекрасная. Вот мы идем вперед. У нас изменили терминал. Был терминал F, а перенесли внезапно на терминал D. Буквально за 10 минут до вылета. Сейчас из терминала F бежим в терминал D. Так. Итак, вот мы в терминале D. Нам нужен 24-й выход. Пересадка с приключениями. Аня, нам надо что-то купить? В дьюти-фри.
Ничего покупать не буду. Табак, алкоголь. Ты слышишь, что он говорит? Что она сказала? Магадан. Держи коляк. Ту-ту-ту. Кульпатьо. О, Аэрофлот стоит, красавица. Дуди фри, время надо. Аня, мы мимо всех дутиков проходим. Как так? Хотели же зайти. Сколько времени сейчас? Вон, смотри, дутик большой. Может, у нас есть время? Сколько времени? Без пяти. Чего? Так у нас еще, Аня, куча времени. Чуть через 12 минут написано. Ну, вообще-то, да, там же 20 минут. Да-да, 24-й где? Молекулы, сколько нам они стоят? Ладно, все, пошли тогда, торопимся. Я потом... Все, торопимся, торопимся. Где 24-й? Кирюшка. Кирюша. Ай, хороший мальчик. Все, узбечка. Чайхана узбечка. Опаздываем, опаздываем. Бежать, бежать, бежать. Ага. Поехали. Так. Ну, без нас не должны улететь. Мы уже зарегистрированы, отметка стоит. Они должны нас сдать. Тем более внезапно перенесли рейс. Терминал перенесли, вернее. Дуки фри новый. Надо в Италию раньше приехать, будет на обратном пути. А мы на обратном пути туда рано приедем. У нас там вылет без 15:02 ночи. Мы в 12 уже по-любому там будем, даже раньше 12. Опаздываем, опаздываем. Надо быстрее, быстрее идти. Так все внезапно меняется. Все, мы успели. Вот мы успели. Пришли к 24-му номеру. Очередь уже стоит на наш рейс. Все нормально. Раввины приходят. Взлет Airbus 321. Москва, Шереметьево, Анталия. Машины, дома. Ай, как здорово.
вылетаем из Москвы и через 2-3 часа будем в Анталии, на Средиземном море. Будем купаться, загорать, играть. Да? Так, смотрим. Халяльное питание Аэрофлота. Булочка. Паштет из куриной печени. Маффин шоколадный. Омлет с куриной грудкой и овощами. И все. Очень скромно. И я бы сказал, что даже неинтересно. Итак, это у нас детское питание Аэрофлота. Здесь у нас такой лабиринт. Тут у нас все доброе для детей. Здесь ананас, киви, кусочек арбуза, кусочек апельсина. Растишка. Да там какие-то пельмени с соусом. А здесь у нас шаверма шаурма. Ты снимал? Шаверма шаурма. И шоколадка Аленка. Там что в горячем? Там какие-то пельмени потом снимешь. Да, сейчас. Я запаковала две упаковки, чтобы не осталось. Кошерное питание Аэрофлота. Итак, что мы тут имеем? Хумус. Закуска из семги. Отлично. Закуска из маринованных овощей. Булочка пшеничная мезонот. Очень вкусные, кстати, эти булочки. Свежие ягоды, протертые с сахаром. Зефир с ароматом ванили. Дай мне чек. И на горячее подают филе судака с макаронами. Посадка в анталийском аэропорту на Аэрбасе 321. Мы со стороны Лары, что ли? Мы только что пролетели трассу, где вот эти все магазины, кто сидит. Вот уже заходит на аэродром. Все уже посадка? Да. Давай журнальчик, да? Мягкой посадкой нас. Народ продолжает хлопать. Прилетели компанией Аэрофлота в первый терминал аэропорта Анталии. Ну вот, наконец-то мы долетели до Анталии, добрались, 5 часов перелета, 2 часа из Перми в Москву и 3 часа из Москвы до Анталии. Ну, лететь Аэрофлотом, кстати, очень хорошо, гораздо лучше, чем чартерами. Просторные салоны, расстояние между сиденьями шире, чем в чартерах, и хорошее питание. Стоящий, скажем,